Если ты хочешь попробовать Warface, то воспользуйся ссылкой в описании. С самого начала ты можешь выбить крутой приз из рулетки, а также получишь комплект могучих магма-шлемов и не менее могучих магма-пушек. С таким набором нагибать тебе точно понравится. Добро пожаловать в Warface, братишка. Прокутагин, вот ты говорил, что Сиг МПХ пушка так себе. Говорил. Но с ней киберкотлеты катают. И катают, кстати, очень успешно. Мне похер. Ну, может, все-таки ты плохо распробовал. Ходят слухи, что эта пушка по-настоящему раскрывается только на РМ. Ну, не знаю, ну такая она какая-то... Ну, попробуй. Ну, ладно. Давай. Попробуем. Компания «Дитак Допка» представляет «Имба Криворуких» или «Сиг МПХ» на РМ Warface. Египетский пылесос? Это что было только что? Именно так Ракутагин осознал, что «Сиг МПХ» не так уж и плох. И в честь этого события решил записать для вас сочненький видосик. Однако еще даже не подозревал, что этот процесс будет весьма болезненным. Ну чё, ебукешка, давай-ка годненький баянистый анекдот. Давай. Приветствую вас, леди и джентльмены, другие подруги. С вами Мортит, капитан Очевидность, 4-я лига Warface, не 21-я, в соло все брал, представьте себе. И есть у меня для вас отличненький анекдот. Сейчас медики рекомендуют протирать все гаджеты спиртом. Я так и решил делать. Протер один раз, протер два. На третий раз Алиса попросила закуски. Да, так оно и бывает, деточка. Так. Сейчас пробую. Ну, пацаны, ну не забирайте, пожалуйста, ну. Дайте, сука, пострелять. Я хочу эйс, хочу мозголом снова. Реально, на переулках с этого я мозголом сделал. Я в шоке просто был. Это было что-то нереальное, сука. Вот так вот. С почином, рачина. Благодарю, Марина. Это что за психиатрическая мина? Нормальная мина. Эту мину зато никто не ждет. Если нету шлема, который видит мину. А знаешь, как работает, когда какой-нибудь спиноход идет? Так. Ну все нормально, сейчас поставим. Пацаны, ну почему, сука? Почему, когда я записываю видео, вы, блин, так тащите? Почему, когда обычно вы все сливаете? Ну, пожалуйста. Ну, я вас очень прошу, пацаны, ну оставьте одного хотя бы. Ну давай, ну. Отличный тест идет, Ракутагин. Ну блин, изверги. А когда я сам играю в соло, медик у меня бомбу отбирает. Бежит с этим, со вторым, не знаю, медиком наверх подсаживаются. Два медика наверху, сука, с бомбой. А сейчас они все вдруг затащили, когда я видос включил. Как так-то? Я извиняюсь. Бомбит как бы, ну позитивно все-таки. Это наша игра, что там говорить. Так. Нормально все будет, чего пить? Вы же знаете, ребят, все будет нагиб. Все будет качественно. В крайнем случае нет. Да. Так. Все нормально, мы задымим. Тихо, подожди, подожди. О, хедшот, детка, you get owned. Да. С почином тебя. Благодарю, дружище. Так. Все, там вроде нагнули. Можно смело ставить. Ставим и уходим. Просто нафиг уходим. Наша задача сейчас не слить. Наша задача здесь сейчас посидеть, бомбу охранять. Не надо геройствовать. Не надо, штурмовик ге... Сказал же, не надо. Не надо. Как бы, это же, ребят, нифига, не командный бой. Ваши задачи тут только две могут быть. И убить всех противников вообще не задача. То есть нет такой задачи на подрыве. У вас задача... Мины Ракутагина как отдельный вид искусства. Да, между прочим, эти мины чаще работают, чем стандартные вот эти все там.
Да, они чаще работают и иногда даже убивают, да. Либо взорвать объект, либо защитить. Все, никаких больше задач нету. А вот это вот, убили всех, кроме одного медика, который в углу сидит. Потом пошли, все слились, это очень тупо. Да пусть себе сидит в углу, вообще насрать. Время-то идет, а время работает на тебя, если ты в защите. Правильно? Правильно. Сиди и охраняй плент. Снайпер, сиди и охраняй плент. Сука. Бля, ну фрагов реально не оставишь. Джон, детка. Вот так вот, деточка, да? Оу май. Тусти. Не-не-не-не-не, пожалуйста, сука. Мда. Хан, сука, вот так вот. Эх. Бля, что-то меня ебут. Найс. А так, малыш. Сисясенькую нагнули. Тоже нагнули. А, вроде медик забежал, а? Назад проверим. А-а-а. Тихо. Вот так, мой сладкий. А чё все в тело? Ну потому что Сиком ПХ, им в тело и надо стрелять, он для этого создан. А, то есть пушка для рукожопов. А ты только что понял, что ли, Кэп? Это Сиком ПХ, он так, как бы, задуман. Для тех, кто в голову не может попасть, в тело пили. Не, можно и мозголом, конечно, поставить. Но если ты хочешь мозголом ставить, стрелять в голову, тебе надо что-нибудь другое выбрать. Ну, это разумно. Сиком ПХ, он не для этого. Он как бы вот, чисто так вот, чики-чпоки на гибоки. Аккуратно, Ракутагин, там снайпер. А я не знал, Кэп, не знал. О, нихера себе, сука, он еще и стреляет, оказывается. Ребята, против нас играет снайпер, который стреляет. В Warface это редкость, обычно они только дохнут. Либо наоборот тащат. Ну да, на соло РМ как бы снайперы обычно авторитеты. Когда против клана играешь, он попадается, вот тогда жопа, да. Тихо. Найс. Nice. Нормально, справимся. Справимся, ребят, все получится. Получилось. Ра-па-па-пи-па-па-да-пам-па-дам. Жан-Клод! Видели с нами Жан-Клод? Ну, скажи честно, ты бы стал с этой пушкой постоянно играть, Ракутагин? Ну, при одном условии. Если бы я пошел на какой-нибудь турик, а я, кстати, пойду скоро на целых два турика. Какие, не скажу. Вот. И я бы играл медиком, а сейчас я буду как раз медиком играть, то возможно, я бы рассмотрел эту пушку, потому что когда резко там надо свичнуться, с медика пересаживаешься на инжа, то как бы не очень удобно. Поэтому после медика резко на инжа можно с этим поиграть, вполне, и это будет годно. Хедшот, детка. Но не знаю, мне кажется, все-таки я скорее всего АМ-17 выберу. Мне она больше всего нравится у инжа. Так, натянуто. Ну может и СИК. Я, в общем, я подумаю на этот счет. Подумаю. Но Сик неплох. У него единственный минус. Он очень ограничен. Вот, то есть, за пределами подрыва, захвата таких тактических режимов. На мясных режимах, ну, вообще так себе. Вообще так себе. Сольет. Да, сольет. Куда ты лезешь? У меня тебе, ну, зачем, сука? А вдруг меня убьют? Нет, ты мог меня резнуть. Зачем ты пошел? Вот реально, вот у людей нету понимания этого. Ну и что, что там медик? Пусть он резает, а ты меня резай. Будем воевать. Ну в упор на медика лезь, ну куда, зачем? Тихо. Ща я тебя натяну, давай. Давай, давай, мой сладкий, давай. А мама нет, сука, это несправедливо, да. Сука, долбанный апатит. Разработчики, чтобы эта механика работала на вашей зарплате, понятно? Найс. Бесите, сука, умрите, пожалуйста. Ой, бля. Ну давай, ща. Да, сука! Крыса! Крыса, это вы все, сука, крысы, бля. Пацаны, пожалуйста, защитите, я задолбался уже таким вот допы играть. Не хочу. Надоело, бля, вот. О, нормально, другой. Чё тару? Столько фейлов, а сыграл лучше всех. Чего только не бывает в Warface. Не, ну тут же много факторов, как бы, оно так не наглядно, но на самом деле да, я. Да, да. Ратишка, лучше скажи. Ну, как тебе эффективность Six MPX? Ну, Кэп, ну, плюс-минус 15 сантиметров, как-то примерно так. Если честно, друзья, пушка хорошая, годная, но очень ограниченная. Вот, ну, только тактические режимы и, прямо скажем, на любителя. Ну, вот не каждому зайдет, честно. При всей его простоте в использовании навелся на силуэты стреляй. Мне как-то все-таки он
не по душе, не по душе. Только если резко пересходить с медика на инжа, когда ты играешь в подрыв. Вот тогда да, сойдет. Классно, неплохо. Вот. В остальном, как бы, нравится играть. Пушка годная, пушка в топе, однозначно. С ней можно тащить, с ней можно нагибать. Но я не рекомендую на мясных режимах. Эта пушка не для паблика. В любом случае, если данное видео вам понравилось, по каким-то причинам, но вдруг, пацаны, ну вдруг так получилось, сука, я знаю, что говно мои видео, но, сука, вдруг, то ставьте лайки, по желанию, как хотите, в жопу лайки, можно дизлайки ставить, то же самое, яйки чешите, но что-нибудь поставьте, ну, дизлайков побольше тоже неплохо, яйки чешите, это обязательно, без этого, сука, просто никуда, яйцо почесал, все оружие будет стрелять в тело, как СИКМПХ. Вообще все, понимаешь? Вообще же, сука, кайф, бля. И, как бы, нормально. Руки в жопе, как бы, а ты в топе. Да, вступайте в нашу армию, нагибайте все. И мы увидимся с вами.